Привет, друзья! Всем привет! Я совсем забыла, сегодня же у нас веселый праздник Хэллоуин. Я для вас накрасила губки, щечки, отбелила зубки, такую сделала себе прическу красивую новую. Видите, какая я замечательная, нравится вам? Да, друзья, вот так. Ну, потому что, знаете, сейчас ведь модно ходить в масках. Но и не только модно, а и безопасно. Я прежде всего за безопасность во всем. Вот не хочется мне, чтобы я расстраивала вас, некоторых из вас, своим внешним видом. Ну, говорят, что у меня коричневые зубы, отекшее лицо, расплывшаяся фигура. Ну, куда же это годно, товарищи, друзья? Поэтому вот, чтобы вас не беспокоить и самой прекрасно выглядеть, я буду лучше в масочке теперь с вами общаться. Безопаснее и вам, и мне. Но вернемся к нашему празднику Хэллоуину. Я приготовила для вас сегодня очень сладкий подарок, сувенир. Никогда не показывала вам вот такие вот шоколадные лавки, в которых готовится шоколад, шоколадные конфеты по специальным английским рецептам. Одну из таких лавок я сегодня вот вам хочу показать сластёнам и любителям шоколада. Надеюсь, что вам понравится к празднику мое для вас угощение, друзья. Наслаждайтесь, можете пробовать, покупать, заказывать. Здесь шоколад на любой вкус. Ну, а в конце, как обычно, мой для вас сюрприз. Я вам расскажу более подробно, что и как происходит. Ну а главное, девочки мои хорошие, оставайтесь самими себими, оставайтесь всегда самими себими. А я на этом с вами прощаюсь, всего вам доброго, всех целую, пока-пока!